За 8 месяцев текущего года на территории Акмолинской области преступлений, совершенных несовершеннолетними, у нас не зарегистрировано. Получается, у нас имеется 76 таких фактов, отмеченных с начала года, практически против 100 за аналогичный период прошлого года. 22,5% снижения преступности, совершенных самим несовершеннолетним. Что касается преступлений в отношении несовершеннолетних, у нас тоже роста не допущено, зарегистрировано. Имеется у нас такие 63 факта против 63 за аналогичный период прошлого года. И стоит отметить, что 38 таких преступлений, и либо 60% это все преступления, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетнего. Из 38 таких фактов, если разделить на категории, то, скажем, 14 преступлений это было преступление с несовершеннолетним, не достигнув 16-летнего возраста, по обоюдному согласию. Это у нас выявлялись в ходе сверки с центральными районными больницами, там, где уже девушки обращаются по факту беременности, то есть, и уже здесь выявляются такие факты, что уже имела связь с несовершеннолетняя с кем-то. Поэтому в любом случае мы по данному факту возбуждаем уголовные дела. Это будет 122 статья «Половое сношение или иные действия сексуального характера с особенно достигшим 16-летнего возраста». Теперь у нас 15 фактов таких есть преступлений, где уже по 120 зарегистрировано, это уже изнасилование. Изнасилование несовершеннолетних, то есть покушение на это, изнасилование. В настоящее время все вот эти дела находятся в следствии, в суде, в производстве, поэтому назначены все необходимые экспертизы, будут по ним, по всем будут приняты процессуальные решения.